Посвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель», у студии працуе Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. Прокуратура узмацняе контроль у аграрным секторе под увагай парадак на малочна-товарных фермах и мехдварах. Служить айчыне и людям у областным управлении МНС отбылася церемония принесения присяги молодыми супрацовниками. Моцная духом у Гомеля стартовала республиканская спартакиада сярод инвалидов-колясочников «Золотое коло». А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. Прокуратура Гомельской области узмацняе контроль у сельской господарцы. У першую чаргу размова про парадак на малочна-товарных фермах и ход уборочной кампании. Адпаведнае даручэнне прокурорским органам дал президент Беларуси Александр Лукашенко падчас рабочей поездки у Ветковский район. Кіраўнік державы запатрабаваў узяць под жорсткі контроль ситуацию с падзяжом жывёлы и прыцягнуць виноватых до адказнасці. Дарэчы, органы прокуратуры проводяць проверки у гэтым накірунку на постоянной основе. С початку года распачата 47 справ по артыкуле 427 службовы подлог. У гэтых выпадках кіраўнікі прадпрыемства ускажалі дадзеныя па дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і зніжалі колькасць паўшых жывёл. У сувязі з гэтым пракуроры в области накіравалі ў суды 23 іскі на суму 20 тысяч рублёў. Суд удовлетворил наши требования и взыскано 20 тысяч ущерба с виновных должностных лиц, которые занимались приписками, которые иногда заставляют доглядчиков скота, доярок, ночных сторожей, чтобы они в счет возмещения ущерба выписывали мертвых телят, якобы живым весом, и таким образом перелагали груз ответственности на рядовых наших работников сельского хозяйства. Службовые особы порушали технологии утримания и кормления живёлы, не забеспечили им належный рацион и лечение. А кроме исков по потребованию прокурора, все лето виноватые особы доброохотно выплатили 66 тысяч рублей компенсации шкоды у кассу своих предприемств. Зараз наибольш острая ситуация с падяжом живёлы у Будакашалёвским, Ветковским, Рахачёвским и Жлобинским районах. У ближайший час фермы чакают проверки, а областная прокуратура будет пильно сошить за деятельностью районных прокуроров. Аграры Гомельской области убрали больше, як треть палеткаў, отведенных под зерневые и зернебобовые культуры. Самые высокие темпы работы у Лоевским, Брагинским, Решицким и Хонинским районах. Агульный намалот господарок региона на сегодня каля 270 тысяч тонн збожа. Средняя ураджайность по в области крыху больше, як 23 центнеры с гектара. Але в шерагу района узбирают по 30 и больше. Лидеры по гэтым показчику – Решицкий и Житковицкий районы. У апошнім, дарэчы, добрые выники и сярод сялянских господарок. Дмитрий Котов с подрабязнастями. Виктор Гурин – механизатор с 20-годовым стажем. Наявность богатого опыта и працы на новом комбайне, як две складающие поспеху на жніве 2019. Однако, як и у інших районах, свой негативный уклад у сёлетнюю кампанию унесла на дворье. Протяглые дажжы скорректировали планы. Калі звычайна праца распачыналася ў 10 гадзін, апошнія дні не раней, чым у 11. Механізатарам прыходзіцца чакаць, пакуль прасохне зерне. Больш часу патрабуецца ячменю. Гэтая культура пасля ападкаў даўжэй падыходзіць да неабходнай кандыцыі. Уборка сложная, палегліцы много, но будем стараться убрать вовремя. Даже дождь получается тоже, да, сушить надо, работать допоздна, насколько позволяет световой день. Свою сялянскую гаспадарку Михаил Шруб организовал еще в 93-м годе. На его памяти не одна уборочная, коли умовы были больше складанными. Фермер отзначая, зараз стоит звычайная задача, на выконание якой не потребуется неких звышнамаганняў. За последние несколько лет мы, как и все, немножко отвыкли от таких условий довольно сложных и произрастания, и уборки. Но всякое было. А зимы у нас идут очень хорошо. Урожайность, допустим, а зимой пшеницы у нас превышает 66 центнеров, где-то около 70. Что касается яровых, ну, я думаю, за 40-45 мы выскочим. Это позволит нам решить главную задачу – обеспечить наше многочисленное поголовье
КРС и свиней кормами в полном объеме. Подзерневой у селянской господарцы отведено 550 гектаров. На палетках працуют 4 комбайны. Их задача намолотить не меньше за 2000 тонн. Эту лишбу после плануют дополнить зернем кукурузы. Еще плюс 6000. Уличивая добрую урожайность, планы реальные. Главное, чтобы комбайны были не ломались. Главное, чтобы процесс этот уборочный, конвейер не останавливался. Иногда это дает сбои больше, нежели от погодных условий. Но это от нас зависит, поэтому работаем на то, чтобы не стоял, не останавливался этот конвейерный. И зерноток, и транспорт, и доставка, и уборка, и сушка, все элементы. На сегодня у селянской господарцы убрано амаль 40% палетков. Полностью работы планируют завершить до конца наступного тыдня. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Гомельское областное объединение профсоюзов протягивает акцию «Допомога профсоюзов во уборочную страду». Ее главная мета – створение годных умов на працовных местах аграриев. Сегодня разом с представниками профсоюза у Петриковский район выехали наши корреспонденты. У Петриковский райвыконкам керовников мясовых сельскохозяйственных предприятий запросили о полове 10-й годины раницы. Напередине в районе прошел мощный протяглый дождь, а тому полевые работы в этот час нигде не начинались. И у директора появилась возможность приехать в город. Тем больше, что причина приемная. В рамках проводимой акции Гомельское областное объединение профсоюзов привезло подарунки. Бытовую технику огульным коштом больше как 6 тысяч рублей. Подбираются хозяйства, которые, может быть, не в самом лучшем материальном положении на сегодняшний день, но в то же время мы обращаем внимание, что люди везде работают одинаково и все должны быть в одинаковых условиях. Это приобретенные и стиральные машины, и водонагреватели, и какие-то другие бытовые приборы, которые необходимы для нормальной обеспечение жизнедеятельности людей и работы, самое главное. Сёлета профсоюзную допомогу отримали 10 господарок Петриковского и Октябрьского районов. Спіс подарунков формировался загадзя з уліком пожаданняў. Найбольш запатрабаванымі оказались пральные машины, потом водонагравальники и микрохвалевые печи. У сельскохозяйственном предприятии Капаткевичи подарунки привезли на мехдвор, где есть несколько бытовых помешканий. Створение годных умов на працовных местах у керовников господарок увогуле на постоянном контроле. Бытовые помешкания и покои для приема ежи сегодня есть практически усюды. Урэшце, это стимулирует работников, что для Капаткевичев особливо важно. Яким бы складаным ни оказался гэты год, минулый был еще больше тяжким. Теперь необходимо спрацовать по максимуму и полепшить экономику предприемства. Усе перадумовы для этого есть. Держзаказ по сдаче рапсу уже выконали. Уборка зерневых культур и нарыхтовка кормов протягиваются. Стоит хороший, значит, видно урожай кукурузы не только на зеленый корм, но и в пределах 400 гектаров будем убирать на зерно, что позволит получить дополнительно более 2500 тонн фуражного зерна кукурузы, что даст финансовую помощь хозяйству в решении многих вопросов, а также сделать запас в полном объеме для животноводства. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Стратегічнае партнёрства 29 і 30 ліпеня ў Мінску адбудзецца першы беларуска-узбекскі форум рэгіёнаў. Падчас яго будуць падпісаныя пагадненні аб супрацоўніцтве. Напярэдадні форуму дэлегацыі з Азіяцкай рэспублікі наведваюць рэгіёны Беларусі. У Гомелі сёння пабывалі прадстаўнікі Харэзмскай вобласці. Яны наведалі прадпрыемствы «Крышталь», «Гомелькабель» і «Гомсельмаш». Да гіганта машынабудавання асаблівая ўвага. Узбекістан выказвае вялікую цікавасць да гомельскай сельгастэхнікі. Прычым не проста да закупкі, а да вытворчасці. «Гомсельмаш» і «Ургеншкормаш» распачынаюць супрацоўніцтва, вынікам якога павінна стаць зборка беларускіх корма и зернеуборочных комбайнов в Узбекистане. Основная цель нашего визита это является сотрудничество, установить новое сотрудничество с областью Гомельск. Мы хотим работать по направлению развития торгово-экономических отношений, здравоохранения, туризма, научно-технических направлениях. У нас уже есть соглашение между нашим Ургенчкормаш, нашим предпринимателем и нашим компаниям и Гомсельмашем. Мы хотим установить
новое производство новых комбайнов, которые в данное время требуются именно в Республике Узбекистан. Подчас первого белорусско-узбекского форума региона Гомельская область подпишет погоднение об сотрудничестве с Ферганской, Хорезмской и Новоиской областями Узбекистана. За 5 месяцев 2019 года товарооборот нашего региона с этой азиатской краиной перевысил 3 миллиона долларов. Представники мясцовых уладов завтра откажут на звонки громадян. У эту субботу снова пройдут прямые линии. У Гомельский мабл выконкаме звороты будет принимать выконывающий обовязки старшини, первый наместник старшини Геннадь Соловей. Номер телефона у Гомеля 33 12 37. Прямая линия працует с 9 до 12 годин. У этот же час на связи будет старшиня Гомельского гарвыконкама Петр Кирыченко. Номер телефона 51 19 84. Звыш 200 человек 7 краин приехали у Гомель на взлет ветеранов боевых деяний у память без межу. 8 год запар наш регион ладит такую масштабную сустрэшу воинов-интернационалистов. Аналога у ей Украине нема. Трехденная программа взлету почалася с урочистого митинга для помника воинам-интернационалистам и у складания кветок до вечного огню. С подробязностями я Евгения Кухаронок. Их объединяет воинское сябровство и агульная минулая служба далеко за межами своей родимы. У горячих кропках 11 краин воевала больше за 5800 уроженцев Гомельской области. Каля 500 из них у Афганистане, откуль не вернулись 126 человек. Сёлетний взлет примеркованный до 30-й годовины выводу советских войск из этой Паўднёва-Азиатской республики. Сегодня к нам приехало человек, наверное, 70, может, да, чуть-чуть больше, это из, как мы называем, с дальнего зарубежья. Это делегация Литва, Латвия, Эстония, Молдова. Ну и, конечно же, наши соседи, славяне, это с 6 регионов Украины, с 4 регионов России. Ну и, конечно же, наши гомельчане, наши меньшане, наши витебляне. На сегодняшний день списочный состав порядка 230 человек уже. За 30 годов память об загинувших воинах-интернационалистов в нашей краине створили 18 мемориалов. Гомельский открыли у 2003-м. Тут же высадили аллею памяти. На помнику нема именов и прозвищев. Мемориал присвечен всем, кто мерил температуру горячих кропок. Дани на памяти загинувшим воинам, хвилина молчания, кветки и венки до помника. Только здесь, когда мы собираемся, мы друг друга понимаемся. Все, что там было, осталось в памяти. И пока наша память жива, живы те люди, которые погибли. У меня в взводе 28 человек, среди них там 14-15 национальностей можно было насчитать. Казахи, таджики, узбеки, латыши, литовцы, чеченцы, башкиры, киргизы, были все. Египет, Алжир, Ангола, Сирия, Вьетнам, Афганистан. Яны прошли выпробование войной. Сегодня их объединяет братерство, которое выступает за мир во всем свете и сябровство помеж народами. Доказ тому – международный взлет «Память без межев». Евгений Кухаронок, Александр Харлампов, телерадио, компания «Гомель». Служить родиме и сумленно выконывать свои працовные обовязки. До дня пожарной службы областным управлением МНС отбылась урочистая церемония принесения присяги молодыми супрацовниками. На пляцовце каля центра безопасности клятву на верность Республике Беларусь яе народу дали 28 бойцов, принятых сёлета на службу у городские и районные подразделения. Хтось из их вызначился с выбором профессии зусім недавно, хтось марил про ее с дзяцінства. Большасть новых супрацовников прошли першапачатковую подрыхтовку и отрымали допуск до самостоятельной працы у своих пожарно-вратавальных частях. Одразу после этого святочного дня бойцы приступят до выполнения своих обовязков, попереджения и ликвидации надзвычайных ситуаций. Подтримать молодых людей приехали их батьки и сябры. С віншаваннями звернулося керавництво областной службы. Сегодня у Гомеля стартовала открытая республиканская спартакиада сярод инвалидов-колясочников «Золотое коло». Мета спаборництва – реабилитация и интеграция людей с инвалидностью в житё громадства. За перемогу змагаются 8 команд – из Гомеля, Жлобина, Мазыра, Хойников и інших регионов Беларуси. Так само приехали две дружины из Бранска и Смоленска. Усяго маль 60 удельников спартакияды и столько ж помощников, волонтеров, судей, медперсоналу и водителей. На протягу 2 дней спортсмены будут выявлять мощнейших ударте, стрельбе с пневматичной винтовки, настольном теннисе и гонках на инвалидных колясках. Второй раз приезжаем в город Гомель на соревнование «Золотое кольцо».
очень нравится, понравилось по прошлому году. Устраиваемся на каждый вид спорта. У нас есть ребята-спортсмены, которые показывают как будто отдельно в каждом виде спорта свои достижения. Надо брать пример с тех, кто смог преодолеть вот этот барьер психологический и продолжать жить. Важны эти соревнования для инвалидов-колясочников. Почему? Потому что в большинстве своем мы закрыты как бы в четырех стенах. Соревнования позволяют людям проявить себя, пообщаться друг с другом, узнать друг о друге, кто как живет, ну, круг общения расширить и посоревноваться, как бы заняться спортом. У ближайших планах Ассоциации инвалидов-колясочников отправиться на трехдневный туристический взлет в Наравлянский район. Тут сберутся больше за 130 удельников из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Литвы. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дякую за увагу і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Заплатили по счетам. Мошенники из Калинковичи, скупившие товары в рассрочку по всей стране, без последующей выплаты денег получили 26 лет лишения свободы на пятерых. Уголовное дело о мошенничестве рассмотрели в суде Мозырьского района. На скамье подсудимых жители Калинковичей и района. Трое мужчин и две женщины. Максимальный срок получил организатор банды. Ему дали 9 лет. Остальные разделили между собой 17 лет заключения. Заявил о краже и сам попал под подозрение. В Мозыре мужчина заявил о похищении из гаража 800 рублей, 60 литров дизельного топлива, а также электродов. Прибывшая на место следственная оперативная группа действительно зафиксировала факт проникновения. Однако тут же у правоохранителей появились и вопросы к заявителю. Внимание стражи правопорядка привлекло наличие в гараже многочисленных инструментов с инвертарными номерами. Так как мужчины работают прорабом на одном из мозырских предприятий, гаражное содержимое вызвало определенные подозрения. Дальнейший разговор уже вели сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырьского РУВД. Пригласили и руководство предприятия. Проводится проверка. Иностранцы пришли оформлять документы о временном пребывании в нашей стране, а вместо этого получили административные протоколы. В Житковиче граждане Узбекистана попались на хранение на свае. Один из них употребил изделие прямо в отделе внутренних дел райисполкома. Факт не остался незамеченным. Оперативники сразу проверили содержимое карманов иностранца и нашли банку с насваем весом 20 грамм. А в съемной квартире гастарбайтеров обнаружили пакет с некурительным табачным изделием весом 760 граммов. После проведения проверки дело планируется передать в суд. Очередное ДТП с участием мотоциклиста. Столкновение с автомобилем произошло в Гомеле на пересечении улиц Советской и Белецкого. За рулем автомобиля Hyundai находился 21-летний водитель, который всего два месяца назад получил права. Мотоциклом управлял 24-летний молодой человек. По предварительной информации, водитель автомобиля при осуществлении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия травмы получили мотоциклист. Молодого человека доставили в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Днем ранее в Гомеле маршрутка въехала в Volkswagen Caddy. Одна из пассажирок получила травмы. Предполагается, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не рассчитал необходимый интервал до впереди идущего автомобиля. Пострадавшую доставили в больницу. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев еще одного ДТП с участием общественного транспорта. 17 июля в половине четвертого дня в районе остановки площадь Ленина в салоне автобуса номер 17 упала женщина. Пассажирку с травмами госпитализировали. Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться в областную ГАИ. Номера телефонов на ваших экранах. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Дмитрий Марфушкин выиграл медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Состязания проходят в Баку. Гомельский легкоатлет показал третий результат в прыжках с шестом. Дмитрий Марфушкин завершил соревнования с результатом 4 метра 80 сантиметров. Победил француз Энтони Амирати 4 метра 95 сантиметров. Серебро у финна Алласаари 4 метра 90 сантиметров. Медаль Дмитрия Марфушкина – первая в копилке белорусской команды по легкой атлетике на Европейском юношеском фестивале.
Завтра клубы из нашего региона проведут поединки 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Футбольный клуб «Гомель» в гостях сыграется с «Маргонью». Мозырская «Славия» также встретится с представителем первой лиги. Поединок против НФК пройдет в Минске. Гомельскому «Локомотиву», выступающему во втором по силе дивизионе национального чемпионата, предстоит матч против представителя элиты – «Городеи». Игра состоится на поле стадиона «Локомотив» в Гомеле. Начало в 17:30. В Беларуси стартовала серия детских теннисных турниров «Золотая ракетка». Первая матчевая встреча состоялась в Гомеле в областном центре Олимпийского резерва по теннису. «Золотая ракетка» – это теннисный аналог «Золотой шайбы» в хоккее и кожаного мяча в футболе. Главная цель соревнований – поиск новых талантов и активизация работы по воспитанию теннисистов для сборной в регионах страны. «Золотая ракетка» – турнир командный. Школы и клубы заявляют для участия 3 юношей и 3 девушек в возрасте до 12 лет. На протяжении нескольких месяцев команды играют между собой по круговой системе. 4 лучшие дружины оспорят награды в финале, который пройдет в октябре в Минске. После определят лучших и в личном зачете. В первом сезоне «Золотой ракетки» принимают участие 9 команд. По всей стране путешествовать, получат игровую практику, что очень важно, это команды соревнования, потому что в командных соревнованиях ответственность больше, чем лично. И будут психологически готовы. Из тех детей, надеемся, из них вырастут члены национальной команды. И они психологически будут тоже готовы, что нужно играть за команду с большей ответственностью. В первой матчевой встрече воспитанникам Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису противостоят спортсмены Витебской из дюшор номер 8. Регламент подразумевает поединки в одиночном, парном разряде, а также в миксте. В Речицком районе пройдет экстремальный забег трасса Е95. Участие примут около 60 человек. На старт выйдут спортсмены из Гомеля, Калинковичей и Минска. На дистанции 7,5 километров им предстоит преодолеть 12 различных препятствий. Они будут прыгать в воду с 2,5 метров, перетаскивать мешки с песком, проползать под автомобильными покрышками, проходить сквозь дренажную трубу и плавать. Последний этап – разбивание твердых предметов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».